Здравствуйте, а кто крайний в очереди за айфоном 13? Ого, такая очередь. Ну, я пока чат проведу. Ну что, соскучились? А я-то как соскучился. Ладно, ладно, все, не смущаю. Специально для вас осенняя согревающая порция наших хитов от Amour.info Тебе-чата. Погнали. Епифанцева, самая главная фанатка нашего чарта, 2 раза выложила трек. Ну а что, комментарии, как говорится, не ограничены. Отмечайте, насколько хотите, и выигрывайте сертификат. Вот Епифанцева хочет сертификат. Маша добрая, группа Добро, равно на часах 00, так что звук поставьте на всю и слушайте Amour.info TV-чарт. Просто обещай не грустить и улыбнись, никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай как в последний раз. Бровка, дорогая вы наша, ну как всегда вы по классике, где-то в автомобиле трек No Skin. Или вы хотите показать, какой вы новый USB-провод купили, но все-таки трек тоже очень ничего. Роман Бахаром Рамбуру. Это не Макс Покровский, это не его трек, это ник. Вот это вот TikTok звездочки. Да еще, смотрите, какая смелая, футболки Белоруссии. Да, человек видно сразу, отважный. Сергеев, и вам доброй ночи. Walking in Fire. Осенняя пацанская. В трассу. Чисто на расслабоне. Вот Татаринова дразнит, лето закончилось, а на Мухинке, смотрите, как хорошо, и домики, и шашлык, и мангальницы, и детей нету, тихо, спокойно. Розалия, Аладдин, слушайте, наслаждайтесь. Мила Никусик, да, есть такая певица, оказывается, трек «Зеленый огуречек». Ну, судя по этому огуречку, видать, наши фанаты даже и на Чернобыльской АЭС где-то еще зачесались. Обратите внимание на размеры. Я зеленый огуречек, не боюсь глубоких... Карина Морковка Че. Ха! Вот такие вот шутки у нас в студии бывают. Ты разбиваешь мое сердце. Действительно, Би-2, кто не знает эту легендарную, знаменитую группу? Полковнику никто не пишет, а сейчас нам еще и сердце разбили. Да еще и осенью. Правая рука готова, ведро помыли, а что это значит? Правильно, мы готовы подводить итоги розыгрыша. В прошлом выпуске нашего чарта мы разыгрывали сертификат от квеста на 1500 рублей. Сейчас все просто, у этого ведра мы узнаем, кто же победил. Кто же победил? Ха, вот и рука. Так. И это у нас Карина Че-91 Морковка. Карина Че-91. Именно вы становитесь счастливой обладательницей картонной бумажки от квест-квеста. Сертификат, по-другому его называют, на 1500 рублей. Давайте как сходите, расскажите и отметьте нас. Потому что если бы не мы, не было бы вас в этом квесте. Ну что ж, победитель найден. Ну и по традиции от себя хочу порекомендовать вам любовный, согревающий, такой осенний трек. Владимир Кузьмин, 5 минут от дома твоего. Спасибо. Судьба коварная,
вдруг занесла меня в края, где был с тобой когда-то счастлив я.